Ну, рынки, возможно, что если не будет мигрантов, это небольшая достаточно вероятность, то, что вдруг удастся завершить то, что декларируется, и действительно победить коррупцию. Возможно, что на рынке смогут наконец-то вернуться фермеры подмосковные и просто производители, частные производители сельхозпродукции, которые существуют. Они есть, они нуждаются в этих самых местах, но не могут их получить, потому что рынки монополизировались и занимаются фактически предоставлением мест не сельхозпроизводителям, а перекупщикам, спекулянтам. И торгуют они там отнюдь не продукцией, которая выращена где-то в России, а то, что привозится в основном из Турции и других стран. И по большому счету ничем не отличается от магазинной продукции. На самом деле москвичи нуждаются в чистой продукции, в экологически чистой, выращенной без нитратов, без генетически модифицированной какой-то составляющей. Поэтому это хорошо. Вот. Никакие рынки не будут пусты, то есть их заполнят наши сограждане, это нормально. Сейчас они вынуждены, в основном это бабушки и различные, так сказать, такие мелкие предприниматели, которые вынуждены на свой страх и риск стоять около метро, их там гоняет милиция. Они не могут себе позволить, продавая свой товар, оплачивать места на рынках. А, соответственно, руководство рынка, которое связано с мигрантами, невыгодно им что-то предоставлять, потому что они не имеют с них никакой наживы.